Всем привет, друзья! Мы едем в Дагестан. Долгожданная поездка, которую мы планировали еще, наверное, в середине лета. И, наконец-таки, сегодня мы летим. Выздоровели, слава богу. Вообще, в Дагестан, конечно, уже как будто бы к себе домой, честно говоря. Потому что, конечно же, родственники хизри, конечно же, застолье, конечно же, ну, какие-то уже такие места. Реально, как будто бы приезжаешь туда домой, потому что все по-домашнему, все вкусно, нереально. Чего я разошелся-то, не знаете, а? Холодно, не могу. Я что хотел сказать-то. За последнее время тут видосы, связанные с посещением двух самых известных кладбищ, Новодевичья и Ваганьковская, прибавились подписчики. Я всех рад вас приветствовать, дорогие друзья. Но хочу сказать, что я не часто хожу на кладбище, поэтому тематика моего канала – это моя жизнь, путешествия, работа. У меня есть еще один, кстати, канал, большой канал, где больше 130 тысяч подписчиков. Также называется он… Зачем вы во мне ходите, люди? Да нет, там закрыто, мужчина. Закрыто. Есть основной канал Crazy Max. Там, конечно, больше связано с работой. Это я рассказываю для тех, кто подписался. Реально прям видосы набрали большие просмотры, и люди прибавились. Может быть, вообще не знают, кто я такой, чем я занимаюсь. Ну, в процессе буду показывать. Но сегодня мы летим в Дагестан с хизри, там еще с друзьями. Там, надеюсь, наверное, потеплее, чем здесь, потому что в Москве очень холодно. Ну и все, мое любимое чемоданное настроение. Покажу, все расскажу. Поехали. Терминал Б, конечно, просто нереально громадный. И теперь его соединили с терминалом С, вот в той стороне. А это новая китайская машина. Кстати, очень неплохая. Exit. Я бы на такой поездил бы, честно. Так, а мы уже едем на посадку, друзья. Москве дождик. Летят самолеты. Лампочка в воде включается автоматически. У меня, как всегда, бизнес-класс. Не надувайте жилет салон самолета. Возле туалета. Последний ряд полностью в моем распоряжении. Более подробная информация. Ничего не меняется, аэропорт тот же, выдача багажа та же. Будешь, когда я
Чё я хожу не снимаю, а, друзья, завтраки-то? Доброе утро всем. Овощи. Кашка манная. Кашка рисовая. Овсяная. Калмыцкий чай. Ой, как мама любила. Хизри его. Вы себе представить не можете. Это у нас какие-то гренки. А здесь блинчики. Яйца, варенье, сыр, чай, кофе. Еще раз всем доброе утро. Сейчас все расскажу, ребят. Сейчас все вам покажу, расскажу. Ну, во-первых, мы хорошо долетели. С маленьким приключением. Я, как всегда, я же не могу. Сейчас бы мама сказала, ну, ты как всегда. Ну, вот везет мне. Я бы даже не назвал это приключение, но... Со мной, если что-нибудь не случается, то я обязательно что-нибудь найду. И в туалете, в аэропорту, в самолете во время полета я в раковине нашел золотую сережку, по-моему, даже с бриллиантами. На минуточку. Я ее аккуратненько взял, так на салфеточку положил, вынес стюартам. Они поблагодарили, объявили в микрофон, кто потерял сережку. Я так и не понял, кто ее нашел, но сам факт. Долетел я в своем бизнес-классе шикарно, обожаю сидеть. Это я, кстати, там в Телеграме вчера выкладывал. Это я не подкалывал. Я обожаю сидеть на последнем ряду возле туалета. Это мой личный, собственный, придуманный бизнес-класс. Я всегда при регистрации выбираю последний ряд. Если его невозможно, сажусь на предпоследний. А при регистрации на стойке регистрации я его меняю и сижу один. Потому что, ну, это если полупустой самолет, это есть вероятность, что ты всегда будешь сидеть один. Так, собственно, и случилось. Шикарный вид. Вчера досмотрел япончика, не могу. И тут в комментариях кто-то написал, после просмотра этого фильма ощущение такое, что ты потерял какого-то близкого, родного человека. Вот не могу не согласиться, я даже потом посмотрел еще документальный фильм про него. Кстати, есть еще, оказывается, какой-то ранний, старый сериал. И я фрагменты его посмотрел, документальный по нем снятый. Ну, не то, совсем не то. И любовной линии там такой нету, как здесь. Ты, сердце разрывается. В общем, кто не смотрел, ребят, еще раз рекомендую. Итак, погода в Дагестане. Плюс 18, плюс 19. Вчера вечером был дождь. Ну, вот мы покушали в ресторане и приехали, собственно, в номера. Полет был 3,5 часа. Кормили, как обычно, сэндвич, ничего выдающегося. Вот, мы живем в том же самом нашем любимом отеле «Тысяча и одна ночь». Я сейчас вам настоятельно порекомендую, досмотрев это видео, перейти по ссылке в описании или в комментариях, закрепленные. Я вам прикреплю клип, потому что те со мной люди, которые со мной с 2016 года, они наверняка этот клип видели. Папа, спасибо за подсказку. Потому что папа вспомнил, говорит, свои клипы, которые ты здесь снимал. Я же еще и клипмейкер, еще и сам режиссер, и монтажер. И здесь был снят, когда мы здесь в августе, хотел сказать, 44-м, в августе 2016 года, мы здесь очень долго были. Мы здесь были в июле, неделю, наверное, две, Эмины концерт провели. Потом улетели, прилетели. Здесь была свадьба племянника Дагира. Потом у нас был здесь концерт Лепса. В общем, мы тут месяц жили в этой гостинице. И от скуки, от безделия мы уже не знали, чем заняться. Особенно там где-то неделя-две была, просто вот прям вешались. Ну, уже куда можно сходили, все, что можно, поделали. Ну, я думаю, начну-ка я заниматься творчеством.
И я снял клип на балконе нашего номера. Мы живем в том же самом номере сейчас, пока Хизри спит. Но я покажу, выйду на балкон, покажу ту самую знаменитую занавеску, которая сыграла, в принципе, самую главную роль в моем клипе, я считаю. Вот. Я его не буду дублировать, потому что там музыка уже как... Просто вам дам ссылку на этот клип. Там вообще у меня есть целый плейлист на моем основном канале Crazy Max, где были клипы, они были разные в свое время. Конечно, это не профессиональный клип, это так. Рот открываем, поем. Все, как мы любим. Вот. Но на самом деле прикольно. Поэтому сейчас я его вам оставлю, посмотрите обязательно. Ну и номерок так покажу. И, наверное, это видео все, потому что сегодня мы поедем в Хасавюрт, туда, к Хизри хочет к маме заехать на кладбище, там каких-то родственников повидать. В общем, у нас сегодня такой день. А вообще, конечно, у нас должна была быть программа насыщенная, но что-то погода не радует. У нас и лодка должна была быть. Помните, вот этот был каньон, Черкейский, как это, озеро. Тоже видео у меня отсюда были. Вот, здесь красотища нереальная. Ну, не знаю, если такая погода будет, дождь, то, наверное, надеюсь, что нет. А поэтому я теперь за ваше здоровье съем шикарный вид. Блинчик хочу. По старой привычке беру два, а съем половину. Всем приятного аппетита. Пойдем сейчас в номер. Буду тихо разговаривать, если спит еще. Там вот моя спальня. Знаменитая занавеска. И вот здесь снимался клип. Вот здесь я сидел. Сейчас стоп-кадр здесь присобачу. И вот там я сидел. А основное было вот здесь. Был такой сильный ветер. Занавеска сюда вот так вот. Занавеска просто главная героиня. Шикарный вид. Какой-то построили там за этот детский городок. Вот это. Потом вспомнится.